Всем привет! Опять мотоциклетные, значит, всякие делишки. Полез искать, где у нас стоят предохранители, и напоролся на воздушный фильтр. Продавец пугал, что он стоит атомных денег, говорил, что вроде фильтр нормальный, менять не надо. Но думаю, гляну-ка я, посмотрю этот нормальный. Залажу. Та-дам! Вот, хорошо быть электриком. Увидел вот такого чуда. Фильтр воздушный, закиданный маслом. Вообще ужас какой. Теперь становится хоть немножко понятны некоторые моменты. Фильтр, думаю, закажу уже. Что отмывать-то? Узнаю на него стоимость. Звоню, значит, на контору, которая занимается фильтрами. Фильтра у них толковые. И что бы вы думали, цена фильтра? Ну, скажу уже тогда в общеизвестной валюте примерно $15. О! А я-то ожидал, там что-то под сотку будет. Вот такая вот картина. Так что фильтрика будем менять. Заказал, сказали, вторник, среда будет по наличию. Так что вот такие вот делишки с моциком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Внизу в комментах пишите, часто ли вы меняете воздушные масляные фильтра на мотоциклах. До скорых встреч. Пока-пока.